Все руководство республики выстроилось на взлетно-посадочной полосе. Сейчас будет верх сатиры, самый смешной для зала момент. Вот этот вот поцелуй. Это сын президента Алиева, Ильхам, который иногда приезжает в аэропорт встречать отца из командировки. Всегда стоит перед последним и обязательно его целует. Вот он сидит слева от президента. По окончании спектакля, как и полагается покровителю искусств, встреча с артистами за кулисами. Несколько дружеских замечаний. Главная претензия одна. В аэропорту президент на сцене что-то раз точком не вышел по сравнению с настоящим. Ну и в назидание к будущим спектаклям полезно показать еще раз, как правильно президент целует собственного сына.